Всем привет, меня зовут Лида, и я приехала с Санкт-Петербурга в летний лагерь. Привет, меня зовут Даша, я из Петрозаводска, и я учусь в 48-й школе. И мы на проекте «Лобук-бук». И наш второй день занятий начался, как обычно, с урока английского языка, где мы узнали много нового о мире кино и о различных жанрах. Вторая половина дня у нас заняли мастер-классы по макияжу и по дефиле. Нас научили быть моделями. А после этого мы пошли в губернаторский парк, где нам устроили настоящую фотосессию. Ждем вас здесь!